Апокалипсис – по-древнегречески «Откровение», «Пророчество». Последняя книга Нового Завета, написанная во второй половине первого века нашей эры. По церковному преданию авторство Апокалипсиса приписывается евангелисту Иоанну Богослову, которому во время его ссылки на остров Патмос в Эгейском море о конце мира и о судьбах человечества. Апокалипсис пророчествовал о втором пришествии Христа на землю, о страшном суде, на котором всем воздастся по делам их. Пророчества Апокалипсиса становились в Европе особенно актуальными в неблагоприятные периоды, во время войн, эпидемий, неурожаев. Цикл гравюр Дюрера появился накануне 1500 года, когда Германию сотрясали крестьянские волнения, религиозные распри накануне реформации, эпидемия чумы. При создании гравюр Дюрер опирался на работы предшественников – Библию Кабергера и Библию Грюнингера. Серия исполнена в технике обрезной гравюры на дереве и создавалась в период с 1496 по 1498 год. Серия состоит из 15 гравюр и титульного листа. Каждый лист имеет монограмму художника. При жизни Дюрера серия несколько раз переиздавалась. Первые два издания на немецком и латинском языках вышли в 1498 году. Титульный лист был тогда только текстовым, без гравюры. Все гравюры первого издания отличались высоким качеством отпечатков. В 1511 году художник повторил латинское издание, украсив титульный лист гравюрой и снабдив его строгим запрещением копирования серии. Гравюры открытия пятой и шестой печати – это иллюстрация к шестой главе книги «Апокалипсис» Иоанна Богослова. Произведение чрезвычайно драматично по своему содержанию. В нем явно звучит тема торжества праведников и наказания грешников. В момент открытия пятой печати Иоанн узрел души мучеников, взывающих к Всевышнему о возмездии своим учителям. И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря: «Доколе, Владыка святый и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число. Откровение, глава 6, стих 9-11. В верхней части гравюры изображен алтарь. Иоанн видит душу мучеников, которым ангелы раздают белые одежды. Это символ их духовного триумфа в грядущем Царстве Небесном. Меж тем Агнец снимает шестую печать, и на грешную землю обрушиваются тягчайшие бедствия, землетрясения, затмение луны и солнца, огненный звездопад. И звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои. И небо скрылось, свившись как свиток, и всякая гора и остров двинулись с мест, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять? Откровение, глава 6, стих 12-13. Слева изображено солнце, мрачно, как лосяница, справа луна, как кровь. Дюрер дает обоим светилам угрюмо-мрачные человеческие лица.
В нижней части гравюры художник изобразил дождь из небесных звезд, который падает на всех смертных без исключения, богатых и бедных, подчиненных и наделенных властью. Все равны перед лицом Господа. Среди знатных особ живописец изображает папу с тиарой, царя с короной, епископа с митрой и других вельмож. Все они объяты ужасом под страшно сворачивающимся небом, между каменными глыбами, готовыми рухнуть прямо на них. Особую жалость вызывает образ невинного младенца, готового также принять свою смерть.